Представители Совета молодых ученых и специалистов «Газпромдобычи Ямбург» совместно с сотрудниками социально-реабилитационного центра «Садко» провели красочное мероприятие ко Дню семьи, любви и верности. Главными участниками праздника стали дети из многодетных и приемных семей, родители и педагоги. В течение нескольких часов воспитанники центра вместе со сказочными персонажами, которыми были молодые специалисты компании, пели песни, танцевали и вспоминали историю любви Петра и Февронии Муромских. Молодежь общества пришла не с пустыми руками. Работники подарили детям все, что понадобится для творчества. Цветные карандаши, пластилин, фломастеры и альбомы. Мероприятие завершилось чаепитием. Я считаю, что даже малое дело, доброе, оно все равно как бы есть дело, какое-никакое. И считаю, что все, кто принял участие в этом сборе, они все большие молодцы, и они сделали свой маленький, но вклад вот в сегодняшний праздник для ребят из центра «Садко».